Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что у автора родилась девочка, я так понял, с некоторыми с небольшими отклонениями. Вот. Вот. И, соответственно, мама переживает. Вот. И говорит о том, что у нее депрессия, вот, значит, на этой почве она просит вот поддержать. Значит, что я хотел бы сказать? В первую очередь, надо бы, конечно, здесь зафиксировать и выделить то, что вас больше всего напрягает в этой ситуации. То есть, откуда такие переживания, за что именно вы переживаете, собственно говоря. Вот, потому что пока что, исходя из вашего текста, несмотря ну, несмотря ни на что, да, непонятно. Напрягает вас вот в некоторой степени неполноценность. Вот. Ну, возможно. Напрягает вас в некоторой степени, может быть, что-то еще. То есть, вот что именно нужно понять. И вам ваши переживания необходимо выразить. Вот. Для начала. То есть вот то, что вы плачете со своей мамой, это в, ну, в той или иной степени хорошо. То есть вы так проживаете свои, ну, свои чувства. Ну вот, так что то, что вы плачете, это хорошо, но еще нужно, чтобы вы в полной мере выражали то, что ну, то, что чувствуете. А пока что вот этого, к сожалению, не происходит. И это является серьезной проблемой. Вот. Ваша собственная боль вот, ну, в связи ситуации, да, и в процессе психотерапии будет трансформировано в либо определенные действия, либо в ваш собственный конфликт вообще, не связанный напрямую с ребенком, с ну, с вашим ребенком. Вот. И, соответственно, вы получите возможность ну, что-то дальше делать. И как-то дальше действовать и формировать свою жизненную стратегию в
связи с обстоятельствами, которые вот произошли. Вот. Ну и могу сказать, что если действовать активно, то в вашей ситуации, на мой нескромный взгляд, все можно более чем скорректировать, и все можно более чем поправить. То есть я не думаю, что какие-то вот, значит, патологии у вашего ребенка является вот, что называется, необратимыми. Вот. Я так не думаю. Мне так не кажется. Мне не кажется, что это так. Само собой, могут быть разные обстоятельства, я само собой понимаю, что есть определенные нюансы, но вот, на мой взгляд, по моему мнению, и судя по тому, что вы описываете, более чем все можно корректировать. Вот. Как-то так, пожалуй, я бы вам ответил. Сочувствую вашей ситуации, сочувствую ситуации, в которой вы оказались. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.